Магомед, приветствуем вас. В прошлом сезоне, к сожалению, не дошло все до победы, как, я думаю, вы планировали. В этом году все складывается удачно, вы в финале. Вы считаете, что вам нужно прям вот показать, всем доказать, что вы чемпион, вы будете выступать, то есть хотите, чтобы зрелищный бой был, или вы будете более аккуратно работать? Здравствуйте. К сожалению, в прошлый раз не получилось из-за травмы выйти в финал, подраться. Думаю, сейчас я хочу доказать, что я чемпион, и не будет скучного боя, будет зрелищный, агрессивный бой. Буду соперника бить, бороться, ломать его. Все сделаю для того, чтобы выиграть. Магомед, вы были последним человеком, который победил Рэя Купера. После этого боя он одерживал сплошные победы. Как вы настроены сейчас? Как вы видите его как оппонента? И насколько уверенно вы подходите к этому бою? Уверенность у меня на 100%. Так как я в прошлый раз выиграл, у меня еще больше уверенности появилась. Думаю, бой не продлится все 5 раундов, я закончу его досрочно. Мы видели ваши посты с прошлой недели, вы с Мавлидом занимаетесь, мы видим в American Top Team. Насколько важно для вас, что есть люди такие же, которые из вашего региона, которые тут же также дерутся в лиге и на данный момент тоже вышли в чемпионат? Насколько важно работать с вашими земляками? Когда рядом есть такие бойцы, такие же сильные, успешные, это очень хорошо, это морально помогает тоже. Мы друг друга поддерживаем всегда, на тренировках помогаем, кто чем может, подсказываем, исправляем друг друга. Мы как бы одна команда, можно сказать. Мы знаем, что часто вас люди называют, как вас титул Magamillions. То есть вам нравится, когда вас так говорят, называют, или вы хотели бы по-другому, может быть, чтобы люди к вам обращались? Так кого, как я хочу, чтобы меня как-то назвали, нет. Мне не нравится, когда меня по имени называют. Для начала, когда они меня Magamillion называли, как-то было неудобно. Как-то даже смущался местами. А сейчас уже привык. Рэй Купер нам ранее сказал, что он уже 6 месяцев кряду тренируется, то есть как бы он не переставал заниматься. И как мы его спрашиваем по стратегии, как бой будет подходить, он говорит, ну я просто зайду и вырублю его. Что вы можете на это ответить? Я много встречал таких, которые слова на воздух кидают и которые за свои слова не могут отвечать. Это один из тех людей, кто за слова не может отвечать, говорит пустую. Вы все увидите в бою, как я его поломаю. Многие люди считают, что единственная причина, почему на данный момент вы не являетесь официально чемпионом, потому что предыдущий формат немножко был поменен, когда два боя в один вечер приходилось делать. Смотря на это и то, что сейчас в 2021 году этот формат поменяли, вы согласны с этим? То есть как бы то, что это исправление сделали, коррекцию? Да, я думаю, это намного лучше, чем за ночь два боя делать. Потому что вот из-за этого формата я мог сказать, не вышел в финал прошлый раз из-за травмы. Если было бы время на следующий бой, я бы стал бы чемпионом 100%. Thank you, Maga. Thank you for your time today. По-братски не поленись. Лайк, дизлайк, коммент, подписка. Просто прояви активность.